могу сказать, что Татичев провел свои лучшие матчи за Лев. Вот момент. Врана попадает в штангу. А вот этот момент, когда Петр Врана угрожал ворота. Вот и звено лидеров. Максимов, Финогенов. Сразу четверка нарисовалась перед ним. Вот прострельная передача. Максим Рыбин въехал во вратаря. И Ржепик накладал. Ржепик пытался перевести шайбу на противоположный край. Под бросок Вране. Врана играет на Бирнера. Бирнер простреливает вдоль ворот. И уже Ржепик пытался... Шайба не побывала в воротах. Смотрим, что ей помешало это сделать. А точнее, кто. И этим кто является Юнас Баклунд. Очень здорово сумел он среагировать на этот бросок. Но надо сказать, что и у Ржепика он как следует не получился. Что на половине Льва, что на половине Витязя, в углах, за воротами. Вот сейчас здорово вылезает из-за ворот Секач и находит передачи Тёрнберга. Вот смотрите, взял инициативу на себя Секач. Вы знаете, даже не делал он передачу. Он попытался переиграть вратаря броском с неудобной руки. И Баклунд отразил шайбу аккуратно клюшку Тёрнбергу. И попытались организовать атаку. Не лучшая попытка, скажем, прямо опасно. Гол 2-0. Но это уже гол Баклунда. Вот он, ускользнул от Малевича. Скорее, это, конечно, была передача. Транспортировал он шайбу на пятачок, потому что видел там. У Льва что-то да получится в большинстве. Ой, хороший перевод, бросок, гол! 15 секунд понадобилось Прожана на то, чтобы... И бросок в касание. Сейчас Лев целиком и полностью сконцентрировал на игре в обороне. Стараются помогать своему вратарю. Но здесь не помогли. Александр Королюк делает точную передачу на Иглдена. И очень своевременная шайба раздевалки. Смотрите, Королюк. И опять индивидуальные действия отдельно взятого хоккеиста. Капанен. Бирн падает. Капанен. Сейчас Капанен руководит розыгрышем. Может опять его Уйстрик выведет на бросок. Клепиш! Заметалась там шайба, запрыгала перед воротами. А вот та игровая ситуация. Вот. Ух ты, какой момент-то был у Новот. Получил дисциплинарный штраф. Он также отправился в раздевалку. Вместо него на лапке находится другой хоккеист. Ну вот она и четвертая шайба. Принимает поздравления от своих партнеров. Вот он подхватил шайбу у правого борта. Сместился в центр. Победу в 6-м чемпионате континентальной хоккейной лиги.